пропускали через комбинацию, а не через подачу. Но здесь подача от Шаповалова. И голкипер. Играл на выходе. Посмотрите, желтая карточка, красная карточка. Вот это да! Посмотрите, что происходит в самом начале второго тайма. Ну и под крики «Удаляй», который гостеприимная толпа. Разбег, удар поворотом, гол! Гол! Вперед выходит липецкий «Металлург», 1-0. С пенальти получилось у «Металлурга» счет в этом матче открыть. Забивает опорный хавбек Денис Поярков.